chers amis. Aujourd'hui, je continue ma conversation sur la maison. Et voilà la leçon numéro 2. Et regardez, quelle belle maison à deux étages. Nous parlons de la salle de bain, de la salle de séjour, de la cuisine. Êtes-vous d'accord? Итак, добро пожаловать в наш дом. Урок номер 2. Прихожая. Давайте вспомним. L'entrée. L'entrée. Поехали. Вешалка. Туда, куда мы вешаем наши курточки, пальто и так далее. Le porte-manteau. Le porte-manteau. Молодцы. Так, зеркало. La glace. La glace. Для тех, кто сейчас просит меня, а как же glace это у нас и мороженое, и зеркало, и лед. Да, во французском языке есть много слов, которые обозначают много значений, и нет в этом ничего такого. Есть еще второе значение, это le miroir, но я решила здесь взять la glace. Посмотрите, мы находимся в прихожей, и мы аккуратненько представляем здесь предметы. La glace, la glace. Так, следующее, ну куда же без него? Шкаф, l'armoire, l'armoire, очень красивое слово. Отдельно без артикля определенного, это une armoire. Я не пишу иногда артикль «ун», потому что это единственный звук, который я не могу передать русскими буквами, русской транскрипции, поэтому всегда я пишу определенные артикли. И здесь «l'armoire», «l'armoire». Угу. Так, дальше. Дверь. «La porte», «la porte», «la porte». Великолепно. Так, очень красивое слово «комод». Во французском языке есть просто слово «комод», то есть «le commode», да, от слова «удобный», то есть удобная как бы такая тумбочка, куда мы складываем наши вещи. Но есть еще очень замечательное слово, и я решила поделиться с вами, это «le chiffonnier». Le chiffonnier, от слова шифон, звучит красиво, ну просто невозможно не влюбиться в это слово. Le chiffonnier, le chiffonnier. Угу. Так, ну и лестница, да, мы же находимся в доме, и мы как будто идем на второй этаж, и лестница это l'escalier, l'escalier. Возможно, это уже было в первом уроке, не помню, l'escalier. Так, поехали, мы плавно переходим в la salle de séjour. Это гостиная, да? Итак, лампы. La lampe. Ну, одна у нас, да, лампа. La lampe. Угу. La lampe. Так, далее. Ковер. Le tapis. Le tapis. Молодцы. Так, кресло. Le fauteuil. Le fauteuil. Великолепно. Так, телевизор, да, в центре у нас. Такая у нас большая, обширная гостиная. La télé. La télé. Угу. Так, занавеска, да? Le rideau. Здесь у нас как бы три больших занавески, да, таких вот. Обожаю такую гостиную, люблю персиковые, бежевые тона, чтобы они расслабляли, да. Le rideau, le rideau. Так, диван. Во французском языке два значения дивана. Это le divan и есть еще канапе. Ну, я подумала, то, что нам нужно посложнее выучить и будет... Так, le canapé. У меня здесь опечатка, видите, в транскрипции написано le, а по-французски я написала la. Да, я делаю ошибки, потому что я постоянно спешу, и у меня есть такая, да, тенденция что-то вот... Это не значит, что я не знаю артикль le canapé, это мужской род. Ну, добро пожаловать в спальню. Итак, кровать. Le lit. Le lit. Угу. Одеяло. La couverture. Здесь такое прям вот такое теплое, хорошее одеяло, да, особенно когда холодно там, да. La couverture. La couverture. Угу. Подушка. Le coussin. Le coussin. Le coussin. Так, ночной столик, да, там, где у нас цветочки с вами стоят, это что-то, как бы маленький ночной столик, где мы что-то положим, да, для себя. Туалетный столик, да, la table de nuit, или журнальный столик, это еще по-другому. La table de nuit, la table de nuit. Так, и люстра красивая, которая у нас вверху, да, le lustre, le lustre, великолепно. Мы попрощались со спальней и идем в ванную. Итак, сама ванная, да, не комната, а именно ванная, где мы моемся, это le bain, le bain. Неудивительно, потому что сама ванная комната это la salle de bain. Но здесь понятно, значит, просто мы взяли это слово, оно входит в состав le bain. Угу. Так,
кран, да? Ну, мы по частям все разбираем, что у нас есть в ванной комнате. Le robinet. Le robinet. Угу. Так, умывальник, да? Так, le lavabo. Le lavabo. Le lavabo. Угу. Полотенце. Так же, как и салфетка во французском языке. La serviette. La serviette. Молодцы. Так, мыло. Le savon. Le savon. Угу. И вот мы в нашей кухне. Домашней, хорошей, да? Это, кстати, последняя комната на сегодня, да? Где мы путешествуем по нашему дому. Итак, стол, да? La table. La table. Меня спрашивают, как во французском языке столы, то есть там у нас уже разные столы бывают, да? Стол во французском языке одинаково la table, но есть еще некоторые как бы подразделения, когда, например, письменный стол это le bureau и так далее. То есть, но вообще, если обыкновенно просто сказать любой стол, это la table, la table. Так, плита, le fourneau, le fourneau. Ну, плита здесь, скорее всего, я думаю, электрическая. Ну, это будет le fourneau électrique. Ну, а если газовая, то le fourneau à gaz. Так, посудный шкаф. В простонародье мы его еще называем буфет. Возьми конфеты в буфете, да, например, там, достань чашки, они тоже в буфете. И здесь это le vaisselier. Очень тоже красивое слово. Le vaisselier. Молодцы. Ну и, конечно же, посуда, да, потому что все рядом, да, la vaisselle, la vaisselle. Так, стул, la chaise, la chaise. Сразу же скажу, что табуретку я не писала, потому что это очень простое слово, le табуре, буква Т не читается только, ну а стул, la chaise. Ну и последнее слово, не знаю, почему я решила, я подумала, то, что вот что-то у нас там запекается, да. На картинке тоже мне понравилась такая кухня, она потому что в таких светлых, бежевых тонах, такая уютная и, самое главное, небольшая. То есть я не люблю, когда меня спрашивают иногда, какой вы любите дом. Я не люблю большие дома, я не люблю там какие-то особняки или еще что-то. Да, это красиво, но я люблю, чтобы было максимум 2 этажа, если мы говорим про дом, чтобы все было уютно, чтобы была спальня, маленький кабинет, гостиная, чтобы все было вот действительно по-домашнему. Так, ну что же, печка, да, где у нас что-то готовится вкусненькое. La paella, la paella, la paella. И мы с вами переходим к балкону. И у нас с балкона такой великолепный вид. Горы, возможно, это озеро или море. Так, ну что, и здесь с вами у нас предложение. В гостиной есть большой диван. Dans la salle de séjour, il y a le grand canapé. Давайте вместе. Dans la salle de séjour, il y a le grand canapé. Молодцы. Так, занавески коричневые. Les rideaux sont marron. Les rideaux sont marron. Молодцы. Так, ванная в центре. Так, ванная, там, где мы моемся, да? В центре ванной комнаты. То есть, le bain est au centre de la salle de bain. Le bain est au centre de la salle de bain. Угу. Так, мама кладет вещи в комод. Maman met les choses dans le chiffonnier. Maman met les choses dans le chiffonnier. Великолепно. В посудном шкафу есть чашки и тарелки. Dans le vaisselier, il y a les tasses et les assiettes. Dans le vaisselier, il y a les tasses et les assiettes. Молодцы. Так, я беру полотенце в ванной. Je prends la serviette dans la salle de bain. Je prends la serviette dans la salle de bain. Так, на кровати есть теплое одеяло. Sur le lit, il y a la couverture chaude. Sur le lit, il y a la couverture chaude. Так, она садится на кресло. Elle prend place sur le fauteuil.
Elle prend place sur le fauteuil. Так, в печке есть вкусный пирог. Ну, не знаю, просто уже мне понравилось это предложение. Dans la poêle se trouve le bon gâteau. Dans la poêle se trouve le bon gâteau. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que ma leçon vous a donné le grand plaisir. Вот мы и закончили тему, связанную с домом. Я думаю, что вам было интересно разобрать, что у нас находится в ванной, в гостиной, в спальне и на кухне. Это важно. Слова все такие, которые каждый день мы встречаем. И мы теперь сможем сказать по-французски, что у нас есть в каждой комнате. Я рада, что вы со мной. Спасибо, что вы мне пишете теплые комментарии. Отвечаю на них практически каждый день. Скоро я буду посвободнее. И смогу выходить с вами, как я обещала, уже напрямую. Возможно, я буду выходить в Перископ. Правда, я пока еще об этом не думала. Но чтобы общаться, возможно, мы просто должны с вами наладить какое-то общение, поговорить. И, конечно же, в описании под видео вы найдете сайт, посвященный французскому языку, где есть очень много интересной, полезной информации, где можно заниматься, где... И слова, фразы, и диалоги, и грамматика, и тексты. Он уже вовсю работает, набирает маленькую-маленькую популярность. И я буду рада видеть и отвечать на все вопросы. И мы с вами увидимся. Au revoir, mes chers amis.